скорости, ловкости и даже прыгучести соревнуются две команды – футболисты и лыжники. Компанию пятерых смелых мальчишек украсила улыбчивая Аленка. Постарались и воспитатели. Придумали различные конкурсы с мячами, игрушками и скакалками. Так, крепко взяли. Готовы? Начали! Такие мероприятия шли в течение недели. К ним работники учреждения готовились заранее. Шили костюмы для детей и взрослых, покупали подарки, репетировали с малышами. Приглашали семьи, желающие усыновить ребенка. У котяток шерстка, 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 шерсточка везде. На ушах, ушах, на шее, на локтях. На каждом этом мероприятии мы старались сделать так, чтобы ребятишки наши показали себя во всей красе, представили себя, и желающие взять детей в семью увидели, какие у нас хорошие и замечательные. Одно из мероприятий посетила семья из Шелихова, которая заявила желание усыновить двух братьев. В доме ребенка сейчас находятся около 70 воспитанников. Есть и дети-инвалиды с тяжелыми патологиями. Но все они ждут любящих родителей, мечтают обрести свой дом. И если у кого-то возникло желание усыновить малыша или взять его на воспитание, не обязательно ждать особого случая. В доме ребенка двери открыты всегда. Елена Мильвит, Владимир Селиванов. Местное время.